Всем привет! Вы на канале Greenbird и с вами Настя. Сегодня мы будем делать невероятно стильный и очень необычный чокер. С таким украшением вы точно не останетесь незаметными и будете приковывать к себе внимание. Ссылки на материалы, которые мы используем, вы найдете под видео. Кстати, если вы обратили внимание на мое колечко, здесь в подсказке ссылка на ролик, я уже показывала, как делать такое. Нам понадобится примерно 45 сантиметров проволоки. На один конец мы набираем 7 бисеринок одного цвета плюс одну бусину. Вторым концом мы проходим через нашу бусинку. И все это затягиваем ровно на середине нашего отрезка. Далее на один конец проволоки мы набираем 2 бисеринки. И вторым концом проходим через них. Подтягиваем все к центру. И выравниваем на нашей бусинке. Для руки набираем 4 желтые и 1 оранжевую. Спускаем вниз наши бисеринки. Этим же концом проволоки мы проходим через 4 желтые, пропустив оранжевую. Теперь нужно все это подтянуть. И вот наша ручка готова. То же самое нам нужно сделать со вторым концом проволоки. Набираем 4 желтые бисеринки и 1 оранжевую. Спускаем их вниз и проходим концом проволоки через 4 желтые, пропуская оранжевую. Аккуратно все подтягиваем. И вот у нас готова вторая ручка. Далее набираем на один конец проволоки 2 желтые бисеринки и проходим через них вторым концом нашей проволоки. Опять подтягиваем к центру. Вот что у нас получается. Пока я собираю чокер, поставьте нам лайк и подпишитесь на наш канал. Снова набираем на один конец проволоки 3 бисеринки. Вторым концом проволоки проходим через них. Также подтягиваем к центру. Теперь нам нужно сделать ножки. Набираем 4 красные бисеринки и 1 черную. Также проходим через 4 красные, пропуская 1 черную. Подтягиваем. И вот наша ножка готова. То же самое мы делаем со вторым концом проволоки. Набираем 4 красные и 1 черную бисеринку. Спускаем их вниз и проходим через 4 красные. Пропускаем черную. Все это подтягиваем. И вот наш человечек почти готов. Каждый конец нашей проволоки мы выводим через крайние бисеринки. И тоже все подтягиваем. И отрезаем ненужное. То же самое мы делаем со вторым концом. Проходим через желтую крайнюю. Подтянули. И откусили. Ну вот наш человечек готов. На один чокер вам понадобится примерно 16 человечков. Далее нам понадобится ювелирный тросик, крем, протектор. Пропускаем через него наш тросик, далее через крим и пережимаем тонкогубцами. Теперь собираем украшение. 10 бисеринок любого цвета, далее человечек, снова 10 бисеринок любого цвета, опять человечек. Итак, собираем до нужной нам длины. В конце
конце нашего украшения мы снова надеваем кримп, протектор для тросика, продеваем через него наш тросик. Продеваем через кримп, подтягиваем и снова зажимаем тонкогубцами. Не нужно, откусываем. Ну вот, наше украшение почти готово. Осталось надеть замочек. С помощью тонкогубцев мы открываем соединительное колечко, надеваем одну часть нашего украшения и надеваем на него же наш замочек. Закрываем. Вот что у нас получается. То же самое мы делаем с другим концом. Открываем колечко, надеваем вторую часть и удлинитель. Закрываем. Ну вот и все. Вот такое у нас получилось забавное украшение. Надеюсь, вам понравилась такая необычная идея. Пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть еще. Также, если вам понравился мой браслет, подсказки, ссылка на видео. Мы уже показывали, как делать такое украшение. Спасибо за просмотр. Всем пока!